Будем кушать? Что мы будем кушать? Бутерброды, да? Ага. Я делаю чаек. Азерчай у нас. Какие-то странные пакетики, у которые... Вот веревочка привязана прямо к самому этому вот пакету. В общем, не очень удобно. Всем доброго утра! Несмотря на то, что оно пасмурное, оно выходное. Мы выспались, проснулись аж в 10 часов. Ну, почти. Теперь можем завтракать. Вот так надо разворачиваться. Так что пошлите все кушать. Как же я люблю, когда мы все вместе завтракаем. Папы, правда, не хватает? Папы как бы не хватает, да. Не хватает? Покажи. Афось, ну посмотри на меня. Так, ну что, давайте одеваться, пойдемте сейчас на улицу. Ой, Григорий, да, нога прямая, все прямое. Там 90 градусов. Ой, аккуратно. Да, вот, да. И кики-ты. Сейчас, подожди, давай сейчас Гриша сделаем. Да, ровненько. Кулак ровно, да, вот так. Нет, и он просто не должен у тебя вот так заворачиваться, должен вот так. Кики-ты, да. Да, все ровно, да. Все ровно, здесь ровно, нога сзади прямая, и здесь угол прямой, еще чуть ниже. Вот, вот так. Начинаем? Оттуда или откуда? А я тут катаюсь. Мама, я тут катаюсь. Катайся, катайся. Давай. Стойку следи. Угу. Дальше. H. Ни. Нет. Еще заново давай. Ты не держишь равновесие. Покажите. Вроде пасмурно, погода плохая, а тут... Да, да, рыба есть, да? Мы будем ее солить? Будем, конечно. Тут это мама в речке воды прибавилась. Чуть-чуть прибавилось? Нет, даже не чуть-чуть, так нормально. Вон, было меньше. Ну, Паш, я тебя закину. К нам Даша пришла с Сашей, так что, чтобы вы знали, они там гуляют в комнате пока с Афонькой. Ну, сейчас, мы через минут 10. Давайте ловить. Нет, мы через минут 12 мы им покажем рыбу. Хорошо. Дашу покажем. Да, если бы Даша не Саша, она бы сюда пришла. Угу. Скажи, чтоб сюда пришли. Ну, а Сашу? А ну, Сашу он же не здесь поставила. Не надо. Они уже зашли. Да, рыбаченька. Так, Антоша, хочешь пока что на маленькую? Я хочу вот сюда. А у тебя есть? Да. Тут это, да, это тогда что-то течение было. Подальше закинь, если тут много клетов, значит глубина слишком больше. Делай глубину поменьше. Вот, да? Ты поймал рыбу? Да. Да, за 2 секунды, пока тут мама, да? Уже у нас много рыбы, мы ее засолим. Правильно. И да. Крючком. Угу. Ришка крючком за куртку. Короче, поймал сам себя, да? Не надо, не надо. Пошли, бери удочку, пошли. Антошек, пошлите уже, там Даша же пришла. Что, ты поймал что-нибудь? Ну, конечно, эту будем засаливать, конечно. Бери только вот эту ведерко. А ту рыбу мы вывесили? Да, сушится же да. Сейчас. Пошли, а это... Держи только удочку свою. Себе. Ладно, пошли. Поймал сам себя, да? Мам, потом, если это забуду, то какие... Так мне все удочки сломали. Бери то ведерко маленькое, сейчас уже пойдем. А там же, когда мы вот это копали эти, я же этих червей насобирал.
А я про них и забыл. Я такой, блин, что я тогда и не купил червей. А тут черви есть. И ловилось на них хорошо. Какой пенёк клёвый, да? Это крутая это была бы фотка. Нет, не правда? Какой здоровский пенёк, похожий на стул. Я отдам вам вот тот синий стул, а поставьте мне вот такой, пусть папа его лаком покроет. Да, он вообще клёвый, поставьте мне вот такой. Очень красивый, необычный, да? Правда, он крутиться не будет, сынок? Ну, чё? Правда, он там весит несколько килограмм. Ну, чё, нормально. Так, смотрю, как снимался про Троцкого, да? Как-то жизнь Троцкого, как-то так называется. И вот коробочка грибов, которую я вчера купила. Здесь почти 2 килограмма. 250 рублей она стоит. Шампиньонов. Будем что-то готовить. В частности, сегодня будет суп грибной, морковка, лук, чеснок, картошка, посолила, поперчила. Вот здесь вот варится бульончик, и я сейчас его процежу куриный и сюда добавлю. Так, я почистила грибочки, шляпки вот очистила, они здесь хорошо подцеплялись, и, в общем, в принципе, руками даже хорошо почистились, так что сейчас будем все резать и обжаривать 50 на 50 сливочное и подсолнечное масло, и потом также с морковкой и с луком. Так, вот такая вот жарка для грибного супа. Грибы порезала мелко, лук мелко, морковку мы любим, поэтому ее можно покрупнее. И дальше сюда добавлю сметану, и суп будет именно со сметаной. Вот так вот. И мяско куриное. Афонь, тебе полотенце? Как ты будешь ходить на работу, если ты ничего не знаешь? Как ты будешь прокармливать семью, если ты не умеешь считать деньги? Тебя обманывают. А я уже умею считать. Смотри, у тебя денег не будет, если ты не будешь считать. Так что логично. Это деньги ты зарабатываешь от работы. Ну да. Зарплата тебе. Саша! Как ты быстро читаешь? Как ты быстро читаешь? Если ужас научился, либо ты будешь работать в Макдональдсе. Это ж не кричит. Либо будешь продолжать кирпичи. А дома есть паспорт? Или дай каву. Знаешь что? А у Вани наш брат. Нашего брата. Так, это будет запеканка творожная. 6, примерно килограмм творога, 6 столовых ложек сахара, ну это примерно, сейчас я еще буду все это пробовать. 2 яйца, наверное, или 3, в общем, все у меня на глаз, как всегда. Так, 2 яйца, добавила пакетик разрыхлителя и пакетик ванильного сахара. И, наверное, по-хорошему манки надо добавить, но так как у нас нет манки, в ней там какие-то жучки, и она мне все-таки в этом смысле не понравилась, и я не стала. Буду добавлять немножко муки. Так, вот мое тесто. Я еще сюда добавила 4, что ли, или 5 столовых ложек сметаны. И, в общем, по моему вкусу я бы еще парочку ложек сахара добавила, потому что творог достаточно кислый. Я добавила немножечко муки, ложечки 4, и сейчас еще все хорошенечко вымешаю. Пока духовка будет нагреваться, пока я форму подготовлю, смажу ее маслом сливочным и мукой присыплю. Вот эта вся смесь немножечко постоит. Что хотела сказать, что у меня вообще нет идеального рецепта запеканки. Это такое что-то спонтанное, намешанное из всего, что есть обычно. То есть обычно я не готовлюсь так, что у меня есть все ингредиенты, каких-то нет. Поэтому все на ходу сочиняется, и все без точного количества ингредиентов. Вот так вот. Если у вас есть рецепт идеальной запеканки, который у вас всегда получается, всегда вкусная, и вы ее очень любите, то поделитесь, пожалуйста. А я пока подготовлю форму, включу духовку, думаю, градусов на 180. Вот такая вот запеканка готовится к отправлению в солярий при 180 градусах, а я выстелила форму, тут ее порезала. Вот такой вот
листами пергамента, которые уже чем-то пропитаны. В общем, они не прилипают. Ну, к ним, вернее, ничего не прилипает, и они тоже ни к чему не прилипают. Вот здесь 20 листов в этой упаковочке. Очень удобно. Примерно они по размеру противня. Вот это все отправляется сейчас в духовку. Не знаю еще на сколько. Посмотрим. Вот такая вот запеканка получилась. Достаточно румяная. Я даже не знаю, она была очень долго в духовке. Сначала 20 минут, потом 10, потом еще 15. В общем, не знаю, наверное, минут 40, а то и больше она была. Даже больше получается. Ну, я до румяной корочки. И проверила все-таки зубочисткой, чтобы она была сухая. Ну, то есть, как бы ж... Она, конечно, сочная, но не тянется тесто за зубочисткой. Но мне кажется, за это время должна уже была пропечься. Вот от этой штуки все хорошо отлипает. И будем... Как остынет, пробовать. Блин, она так пахнет вкусно, потому что я ванильки добавила. А тем временем я хотела помыть... что это такое? Микроволновку, вот. Родня у нас была, она меня отвлекла. Я не знаю, почему я поставила в эту вот с золотинкой штуку лимон. У нас был в холодильнике. Он еще не заплесневел, но уже был такой подсохший лимончик. И я сюда добавила воды, соды немножечко. И все это поставила в... микроволновку, все это взорвалось. Просто не взорвалось, а именно треснуло. Отлетели вот эти маленькие все части. Но при этом я все вымыла. То есть она успела тут все распариться. И я все помыла. Так что теперь у нас чистая микроволновка. Ура! Так, теперь ее уже можно включить и выставить время. Сколько у нас сейчас? Не знаю. А без 10:03. Все время стоит. Сейчас пойду стекла все выброшу. И будем продолжать дальше. Теперь начинаем мыть ванну. Открыла окно, потому что все же это все химия, эти ароматы. Хотя они не очень ядреные, но все равно воняет. Чистящее средство от Фаберлик для ванной комнаты. Но это новая пачка. Где я дела? Тут, в общем, ванна уже набрызгана. Тут вся и стены. И смеситель, и зеркало. Тут все я набрызгала. А при этом все принадлежности сложила. Игрушки, все вот это вот мыльно-рыльное в чашку. И стирка заложена темная. Вот я покупаю отдельно распылитель. И вот это же для ванной комнаты средство. Все отлично распыляю. Сейчас тряпочкой все это распределю. И минут через 10 буду все просто смывать водой. Вот и все мытье. О, сколько! Вообще крутяк. Ну я же не знаю, там же как-то что-то петели. Подожди, стой. Как это? Тут же, вот смотри, здесь есть такая кнопочка. Ты ее держишь и тянешь. И оно что-то должно произойти. Подожди, подожди, сейчас. Там же должно-то все. Сейчас, подожди, давай я. Ну, давай. Гриф, подожди. Так, как тут? Пытайся какую-нибудь схватить. Да, я попробую. Так. Ура, я ванну помыла. Все закончила, все откисло, я все смыла. Вот эти вот пятна у нас не отмываются. Это от воды. Если их супер-пупер средством, то, конечно, они отмоются, но... Может и ванна пострадать, потому что для акриловой ванны не все средства подходят, но вот эта фаберликовская подходит. Главное, что смеситель блестит. И, в общем, у нас тут все фаберлик, кстати. Гляньте, реально, только чистая линия скраб, а так все фаберликовская. Вот я, зеркало тоже испортилось, его бы заменить. Привет! И детские тоже. Два одинаковых, но... Не знаю, как дети их делят. В одном больше, одно уже заканчивается, а одно еще полное. А ты что делаешь? Это буква. Покажи. Это буква У. Улитка. Улитка. Утка. У. Как в трубочку губы вот так. У. Вот. Ну как запеканка, сынок? Ты будешь кушать?
Нет? Вовочка уехал уже, да, Вована мы подстригли. Сейчас будем смотреть танцы. Ты будешь смотреть танцы, мы пойдем стрелять. Да? Мы тем более на арене. Танцы на ТНТ смотрим. Да. Ужас, уже 12, а мы еще не спим. Планы на завтра написала. Так что, ура! Вот такой вот у меня еженедельник. Круто. Мне он очень нравится. Я вот так вот быстренько здесь все пишу. Так, ну что, всем спокойной ночи. Сейчас монтирую видео и спать. Да? Вы сегодня что, мультики не будете? Ну, папа сказал. Спать. Тогда спать. Папа пойдем сказал папа спать. Спроси. Папа сказал спать, значит спать. Не, он прям так и не говорил спать. А что он говорил? Ну, сейчас первый час ночи. Ну, как уже пора, да? Все, спокойной ночи.